Что-то приволокла или что-то скоммунизила. Вроде коммунизить-то нечего. У нас там гроза началась. На меня сюда раз бежит. Я еще думаю, блин, когда, где хоть она там шастает. Выхожу немножко заснять, а она тут раз и бежит. Захожу обратно, она что-то жрет. Может, она с мышкой сюда пришла? Молочко, походу, жрет. Пьет или что там. Там у нее блюдечки немножко, картошки тушеные были с бульоном. Да, это вот бульон тут. Молочко что-то пока... А он и молочко пошла пожрать. Слышишь, наверное, зритель? Вода. Ветром. Дождем в стену. Я ждала сегодня то, что вчера не случилось. Траву покосить. Благо мне идея положить бассейн пришла буквально вчера. Я еще не особо времени потеряла. Куда положить, вот куда камера смотрит. Там не особо и травы, а куда изначально думала, там крапивище, ома, у меня как раз. Надеюсь, свет не отрубят. Ну, короче, как обычно, люди есть такие, которые вот, ну, вроде как, надо бы покосить. А они делают себе хуже, когда трава в человеческий рост уже. То здесь вот там она не так небольшая, вот дальше в огороде это вот где конкретно так косят обычно. Трава в человеческий рост, они собираются покосить. Мне кажется, когда трава высокая, то косить-то еще хуже, чем вот такую.